гармонь в паре, видишь? В паре. Коля, Коленька, я тебя посылаю своего брата, Сашу. Посыграй ему там. Ты младший, он старший. Чувствуешь, да? А? Друг. Ну, картишь, а? А вот, друг, смотри сюда. Ого, блядь, колуны. Ну, как твой. Ну, что будет? Кота не на лошадях, на конях. Ну, что ты перепутал что-то, да? Волжский напел игры. Ты подамся, да? Мужички пляшут, да? Ох, мать, она есть. Наш брат. А есть другую поют, да? Как весело проходит, ровно. Не то, что ты сидишь, как путыка. Ну что, сидишь, он смотрит. Не поешь, ничего не можешь. Ничего. Вот смотри, как поют бабы. Люди какие люди. Отдыхают, праздник чувствуешь. Все они могут петь и станцевать, и все делать. Прямо смотри, да? Правильно? Не дерутся. Учительница была, что это было, ты прямо говорил. Моя классная руководительница. Во. Раиса Афанасьевна. Подумал про меня, как он говорит, слышишь? Подумал, что я говорю. Где ты такой молодец, а? Где поем или? Все радостные, да? Смотри. А? Никто даже матом не ругает, а? Утром. А? Молодцы.
стрёмно, на самом деле. Я же там был. Ничего даже, блядь, ни драки, ничего, ничего не добрался. Я даже бил. Вроде пьяные блесты. Где, молодец, сам поет, да? И где? И пьет, блядь, и поет, блядь. Как поют, Петровна, а ты не можешь, ты учись, учись, блин, молодые тоже. Поют на все, а? Вот она здесь. Жена брата его. Хорошая баба. Симпатичная. Плотная такая. Жена его, что? Поиграть на гармонике.